Социал-демократы Кыргызстана обеспечили горячим питанием и напитками свыше 200 сотрудников правопорядка на карантинных блокпостах на окраине Бишкека, а также добровольцев, охраняющих здоровье населения на блокпостах в селах Койташ, Рашан, Чонташ, Воронцовка, Учемчек, Горная Маевка, Алмалу, Норус, Тогузбулак, Бишкунгей, Кокджар, Байтик и других. Также участники акции передали им около 1500 средств индивидуальной защиты. В акции приняли участие Сеид и Кадыр Атамбаевы, Тимирлан Султанбеков и другие партийцы. Сеид Атамбаев отметил, что коронавирус несет серьезную угрозу. В такие трудные дни политики должны прекращать распри и помогать людям. Политик подчеркнул, что помогать нужно и простым сотрудникам правоохранительных органов и сферы здравоохранения, о которых власти, к сожалению, совсем не заботятся.